Всем добрый день! Сегодня мы займемся рассаживанием маленьких деток фиалки. Тут много всяких сортов. Я прикреплю фотографии уже цветущих фиалок, чтобы было понятно, где какие. Вот это я вижу по листочкам, что это голубая махровая фиалка. А вот эти вот с такими гофрированными листочками – это красные гофрированные цветочки у фиалки. Так, и где-то тут еще была одна маленькая-маленькая глоксиния. Она выросла тут совершенно случайно. Вот она, видно ее. Маленькая глоксиния. Видимо, семечко просто упало, и она выросла. Итак, и еще нужно будет посадить глоксинию, которую я черенковала. У нее выросли уже очень большие корешки. Вот какие. Целая борода уже. Эта глоксиния тоже очень красивая. Она розовая, с большими махровыми цветками. Вот как эти фиалки, так и глоксинии. Все можно приобрести, написав мне на почту. А почту я оставлю в описании к видео. Итак, что нам нужно будет? Стаканчики, обязательно, конечно же, с отверстием, чтобы влага лишняя выходила. Стаканчики абсолютно любые, там, из-под йогурта, это одноразовые стаканчики. Ну, в основном у меня такие, в них удобнее всего, потому что они немножко деформируются, то есть их можно наставить плотно друг к другу и потом поставить их все в поддон. И поливать все одновременно. Потому что когда большое количество цветов, все отдельно поливать очень неудобно. В поддоне это будет очень даже быстро. Итак, ну что, начнем. Нам нужно сейчас аккуратно, не сильно повредив корни, выбрать 10 растений. Наиболее, конечно же, крепких, которые мы посадим в первую очередь, в первую партию. Так, вот я насыпала 11 стаканчиков земли и 12 для глоксинии, для маленькой. Так, сейчас нужно пролить их водой. Вот так. Не очень сильно. Да? Еще чуть-чуть налью. Все как-то маловато. Так, ну вот. Все. Теперь будем извлекать фиалки из общей чашки. Так, значит, сейчас какой-нибудь первый подколупнем. Ну, конечно, совсем-то корни не повредить не получится. Проще, наверное, даже пальцем. Угу. Листья тоже переплелись все. Ну, тут уже тесно было. Так, вот первый. Вот такой вот. Корни хорошие, большие уже. Так, это первый. Сейчас какой-нибудь тут. Сейчас по порядку пойдем. Второй. Сначала палочкой удобно, потом пока не нормально достается. Вот тут вообще корень очень большой. Так, это второй. Так, мне нужно 11 штук.
Похоже, два их, да. Так, это третий и четвертый. Так, и вот одиннадцатое. Ну, их тут две, но они очень-очень маленькие. Я их не буду делить. Пусть это будет общее. Так, теперь я беру один стаканчик. Беру одну фиалочку. И мне нужно заглубить ее ровно вот до этого места, где идет, как бы, откуда растут все листочки. Ниже ее заглублять нельзя, потому что она тогда сгниет. Сердцевинка у нее сгниет, и фиалка, соответственно, погибнет. Так, корни нужно туда аккуратно вот так запихать. Вот. И вот как раз ровно до этого места прикрыть корни землей. И немножко утрамбовать. Вот, получается вот так. Так, теперь какой-нибудь давайте сюда. Нет, это большой, большой можно в большой стаканчик. Вот этот можно сюда посадить. В принципе, фиалке не нужен слишком большой горшок, потому что она в большом не будет цвести. Наоборот, лучше, если будет поменьше горшочек. Так, и вот так же со всех сторон в землю уплотняем. Если землю не уплотнить, то корни не приживутся. И вообще фиалка стоять не будет, она упадет. Так, все, второй готов. Так, давайте какой-нибудь посадим, который побольше. Вот этот, например, да? Посадим его, допустим, вот в этот горшочек. Также делаем ямку. Углубляем туда корешочки. И точно так же со всех сторон ее прижимаем. Так. Все. Так она не упадет. Листочек отвалился, ну ничего страшного. Все, сейчас буду вот так все фиалки садить. Так, вот я посадила все фиалки. 11 штук получилось. Вот, ну где-то через недельку они начнут уже расти. Вот в такой маленький горшочек хочу посадить глоксинию. Так, тоже проливаем водой. Тут земля с торфом. Поэтому впитывается плохо. Так, надо найти, где тут была глоксиния. И как-то ее очень-очень осторожно достать, потому что она вон какая маленькая. Вообще, плюсенькая глоксинька. Сейчас ее как-нибудь осторожненько надо вытащить. Лучше, наверное, рукой сразу. Да, и у нее уже даже луковка начала формироваться. Какой-то листочек. Оторвать его. Так, делаем углубление. Нужно прямо так в жидкость посадить. Аккуратно корни прячем. Сильно не заглубляем. Так же, как фиалку. То есть вот эта вот точка роста листочков должна быть на поверхности. Вот так. Все, глоксинию тоже посадили. Вода тут впитается, и тут нужно будет немножко уплотнить еще. Так, вот этот стаканчик будет для большой глоксинии. Также пролила водой. Вот, беру глоксинию. Вот у нее какие корни.
Вообще просто шикарные. Шикарные корни. Так, также делаю углубление. Вот и аккуратно помещаю корни, чтобы их не повредить, так как они уже большие. Если большие корни повредить, то они уже потом вряд ли восстановятся и вообще вряд ли растение вырастет. Так, ну вот все. Теперь эта глоксиния должна быстро прирасти, потому что у нее корни хорошие. Так, кому понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Если хотите приобрести какой-то из этих или каких-то других цветов, то пишите мне на почту. Почта в описании.